Привет, меня зовут Денис Шевченко, вы находитесь в сообществе Первый Лад, и сегодня наш урок будет посвящен ритму в стиле фанк. Совсем недавно от нас ушел великий музыкант Принс, отличный гитарист, басист, автор великих песен, и мы решили посвятить ему пару уроков, которые будут касаться именно каких-то характерных его фишек и тех новых элементов, которые он принес в стиль фанк-музыки. Этот лик я разобрал на аккорд Фа7, то есть доминант септаккорд, но помимо этого он неплохо прозвучит и в миноре, так что в этом его двойная польза. Почему он прозвучит и на мажор, и на минор, я расскажу внутри самого разбора. Что касается минуса, как всегда, он будет дан вам под видео в его описании. Ну и вы не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Заходите на наш сайт первлад.ру. У нас там уже сейчас более 150 интересных видео и классные курсы, которые, что важно, доступны только на сайте. Также добавляйтесь к нам в паблик ВКонтакте. Мы там постоянно размещаем веселые картиночки, интересную музыку. И что важно для всего нашего сообщества, мы периодически устраиваем там важные голосования, что разбирать, какой курс снимать. Так что не ленитесь, заходите и будьте важным членом нашего большого сообщества. Итак, друзья, поставим сначала аккорд, который у нас будет обыгрывать наш главный аккорд, как я сказал, Фа7, то есть доминант септаккорд. Ну, либо Фа9, естественно. Это не важно. Будет он выглядеть так. То есть на восьмом ладу первая и вторая, первая и третья струна. Соответственно, вторым и первым пальцем. И третьим пальцем вторая струна на девятом ладу. Этот аккорд применительно к Фа7. То есть вот он Фа, либо здесь. То есть это тот же самый так называемый аккорд Джимми Хендрикса. Это будет Фа 7 плюс 9. То есть видите, здесь минорная терция к Фа. Это как раз и будет плюс 9 ступень. На первой струне это пятая ступень и седьмая ступень на третьей струне. И второй аккорд, когда вы ставите мизинец, это будет Фа 13 плюс 9. То есть вот это вот будет 13-я ступень. Вот Фа, соответственно, на терцию вниз от Фа это будет 6-я, наша 13-я ступень к этому аккорду. То есть таким образом, раз у вас здесь минорная терция, которая в названии аккорда у нас звучит как плюс 9, таким образом, вы можете обыгрывать и минор Фа. А 13-я ступень, это будет неким плетением дорийского лада в этот аккорд. Вы можете не разбираться во всех этих плюс 9 и 13, просто знать, как искать этот аккорд приблизительно к другим тональностям. То есть вот у вас как раз тоника на пятой струне будет через четвертую струну на пятой струне. Соответственно, если вам надо найти аккорд ля, то сдвигаетесь сюда. И тем же самым образом вы обыгрываете аккорд ля 7, либо ля минор. А чисто технически, что у нас здесь происходит? Сначала вы ставите мизинец. Раз. То есть вы играете два удара с мизинцем, потом мизинец убираете. Потом еще раз с мизинцем, без мизинца. Смотрите. Раз. А потом ставите мизинец и тянете вверх весь аккорд. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Переписать. Вниз, вниз, вверх.
на последний удар вниз. То есть вот это сыграли и приглушили ладонью правой руки струну, чтобы они перестали звенеть. И здесь после каждого заглушили, заглушили, и после бендов заглушили. А на минор это будет звучать достаточно жестковато, но у фанки иногда это хорошо. Так что пробуйте, экспериментируйте, и будет вам счастье. Что ж, друзья, практикуйте этот лик, пробуйте его в разных темпах, на разные минуса, и в своих импровизациях и своих музыкальных важных полотнах. Встретимся в других видео. Всем пока!